На трех таких станках буквально день назад отпечатали 5 191 200 бюллетеней для выборов в Государственную Думу Федерального Собрания 8-го созыва и более 5 000 000 бюллетеней для выборов в Законодательное Собрание Нижегородской области 7-го созыва. Эти бюллетени должны в ближайшие дни разлететься по всем 370 избирательным участкам области. Но перед отправкой эксперты регионального управления спецсвязи оценивают правильность печати и цельность упаковки. Организовывается на специальном складе, оборудованном средствами сигнализации, средствами видеонаблюдения, средствами противопожарной безопасности. И в течение следующей недели, начиная с завтрашнего дня, в специально оборудованных машинах, также оборудованных всеми средствами безопасности для того, чтобы было все под наблюдением, будет доставлено по территориальным избирательным участкам. По участкам придется развести 56 тонн бюллетеней. Каждый избиратель на участке получит 4 бюллетени. Но путаницы не будет, уверяют в избиркоме, так как все бюллетени отмечены своим цветом. Для выборов в Госдуму по федеральному округу – голубой цвет, по одномандатным округам – зеленый. Для выборов в ЗАГСО – красный и рыжий цвета. Уже изготовлено и передано в Центральную избирательную комиссию. Центральная избирательная комиссия России уже передала в Минюст Российской Федерации 13 800 бюллетеней по федеральному округу и 13 800 бюллетеней по одномандатным округам для международных участков. Изготовлено и передано уже в Иран и в Армению. По всем остальным избирательным международным участкам, таких у нас 78 стран, изготавливают бюллетени самостоятельно. Остатки от печати бюллетеней, пробные или лишние экземпляры, уничтожают в присутствии представителей регионального избиркома. Количество примерно это где-то будет порядка 1000 бюллетеней. Поэтому я не думаю, что это такая большая сумма, которая могла повлиять на что-то. Из типографии бюллетени уходят в 61 территориальную комиссию. Развести на места их необходимо до 15 сентября. Выборы в Государственную Думу, а также в Законодательное собрание региона пройдут 17, 18 и 19 сентября. Всего для этих целей в области будет оборудовано 370 участков. При этом участки в Нижнем Новгороде, на Бору и в Дзержинске будут оборудованы комплексом обработки избирательных бюллетеней. Это электронное устройство для подсчета голосов избирателей. Екатерина Васильева, Ренат Бегбаев. Время новостей.